Группа из США во главе с Дэвидом Пирсом на протяжении 30 лет поражает людей своими феерическими шоу наряду со взбудораживающей кровь рок-музыкой. В днепропетровский концерн «Low Longer Music» пройдет 5 августа на фестивальном причале. С 9 часов вечера музыканты будут играть не только для любителей мощной музыки, но и людей, жаждущих зрелищ. Ведь на их концерте будут и спецэффекты, и видеоинсталляции, и фаер-шоу.